ЕАО – территория новых возможностей. В Биробиджане прошла презентация потенциала еврейской автономной области для привлечения на нашу территорию крупных инвесторов. Для того, чтобы о привлекательности ЕАО узнали потенциальные инвесторы в других регионах России, медиахолдинг РИА Биробиджан вел трансляцию мероприятия в онлайн-режиме. Приветствуя участников презентации, заместитель председателя правительства области Анна Тарасенко сообщила, что власти региона всегда готовы оказать максимальную поддержку новым деловым партнерам. Все, что необходимо сделать, и больше, и чуть-чуть, и сильно больше мы готовы делать. Вы знаете, что команда губернатора, я в том числе, мы на связи 24/7. По итогам сегодняшнего мероприятия либо по другому любому вопросу, пожалуйста, обращайтесь, вместе мы с вами сможем все. Современный инвестиционный потенциал еврейской автономной области впечатляет. О ее динамичном развитии говорит рост ключевых экономических показателей. Доля малого и среднего предпринимательства в экономике региона ежегодно растет, и сегодня она составляет около 22%. А объем инвестиций в основной капитал за последние три года вырос на 40%. Стремительно развивается и транспортно-логистическая инфраструктура. Обслуживание транспорта сосредоточено на территориях Облучинска, Биробиджанского и Смедовического районов, вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральной автомобильной дороги Амур. Сфера логистики развивается также в районах пограничных пунктов пропуска Октябрьского и Ленинских районов. Сейчас в районе трансграничного моста в Китай создается индустриальный парк Нижнеленинское. Это участок площадью более 2000 гектаров, на котором действуют все преференции территории опережающего развития. Благодаря этому ЕАО дает потенциальным инвесторам возможность выхода в Китайскую Народную Республику, которая сегодня является гигантским мировым рынком сбыта. Способствует ведению крупного бизнеса на территории ЕАО и благоприятный инвестиционный климат, который сложился благодаря усилиям властей региона. Это слаженная команда, тесные коммуникации, быстрота реакции на любые запросы инвестора и компактная территория, в том числе, позволяет достаточно быстро и оперативно реагировать на запросы, устраивать показы инвестплощадок различного рода территорий, налаживать контакты внутри нашей территории, реагировать оперативно и быстро. И мы в этом видим наше одно из основных преимуществ. Презентовали на мероприятии и инвестиционный потенциал областного центра города Биробиджана, где идет активное развитие индустриального парка «Шалом», который обещает стать еще одним импульсом для развития экономики еврейской автономной области. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, новости 21.